сегодняшнее видео состояние удовлетворительное. Лекарства у вас отрекомендуют. В Белгороде из-за резкого роста заболеваемости работу поликлиники номер 2 перепрофилировали в амбулаторный ковидный центр. 7 февраля здесь принимают пациентов только с симптомами ОРВИ и гриппа. В большинстве случаев подтверждается ковид. Прием ведут 10 врачей в первую смену и 6 во вторую. Два доктора в резерве. Отсюда не будут выезжать бригады на вызовы, поскольку нет подходящей стоянки. Во время приема у пациента берут мазок, дают рекомендацию по лечению и при необходимости лекарственные препараты. Такая система позволяет минимизировать перемещение по зданию и количество нежелательных контактов. Само здание второй поликлиники ввиду инженерных особенностей очень удобно для работы в режиме ковид-центра. Можно полностью одну зону перекрыть и дать возможность населению обслуживать только в одной части здания. Вторая часть здания остается доступной для оказания помощи. Она может быть как развернута во всю ширину здания. Все здание задействовано под ковид. Так может быть и сегментарно выделено за счет имеющихся боковых лестниц. То есть мы можем перекрыть и дать только одну часть ковидную. А вторую абсолютно не пересекающиеся зоны. Они закрыты, разделены перегородками и закрытыми дверьми. Женскую консультацию перевели в поликлинику номер 1. Несмотря на то, что работа с беременными более 3 месяцев ведется в системе домашнего патронажа, есть пациентки, которые в силу своего самочувствия или близкого проживания предпочитали приходить на прием. Все выходные дни обзвон беременных женщин производился именно для того, чтобы они сегодня не подходили к двери близко даже. В режиме амбулаторного ковидного центра поликлиника номер 2 будет работать до спада заболеваемости, которая ожидается через 2-3 недели. Сергей Елисеев, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.